Жители поселка Куленовка под Усть-Каменогорском возмущены бездействием городских властей. Улицы здесь не чистят от снега, в поселке нет банкоматов, детского сада, а еще перестал ходить единственный автобус. На остановках приходится ждать почти час, зато у таксистов цены сразу взлетели. Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Умар в населенном пункте редкий гость, поэтому свои проблемы жители решили озвучить представителям республиканских телеканалов. Наш корреспондент Дмитрий Крюкович побывал на встрече. Поселок Куленовка, пригород Усть-Каменогорска. Здесь в основном проживают сотрудники крупных металлургических предприятий и пенсионеры. В этом году сельчане остались без единственного автобуса. Транспорт ходит крайне редко. Уехать в город практически невозможно. Автобусы вообще не ходят, безобразно. Уедешь в город, вот я сегодня поехала туда, приехала на Кашете, минут 40 ждала. Валентине Богомазовой далеко за 80. Каждый день женщина посещает стационар. Она жалуется на нечищенные тротуары. Снегоуборочную технику не видела после Нового года. Любой поход в больницу может оказаться для пенсионерки последним. Ведь идти приходится прямо по проезжей части. И мы все по дороге идем. Идешь и оглядываешься. Особенно когда ты идешь туда и автобус идет туда. Жители позвонили в горадминистрацию и хотели высказать свои претензии акиму. Они рассчитывали, что градоначальник приедет лично и выслушает всех. Но глава города так и не появился. Заглаживать вину вновь пришлось чиновникам. Откуда ни возьмись, на улицах брошенного поселка появилась уборочная техника. А затем, один за одним, пошли потерявшиеся автобусы. Перевозчик связывает это с тем, что большинство автобусов стали на ремонт. Ждут запчасти. Я обещаю до 20 марта исправить эту ситуацию. Жители говорят, что в акимате просто испугались телевидения, поэтому почистили дороги и пустили автобус по маршруту. Но работу акима Усть-Каменогорска, Жаксылыка Омара, они по-прежнему оценивают крайне негативно. В Куленовке накопилось множество других проблем, на которые власти просто закрывают глаза. Здесь нет элементарных банкоматов и даже детского сада. За такое отношение к своим обязанностям градоначальника прямо на сходе попросили уйти в отставку. Дмитрий Крюкович, Елдос Жупанов, телеканал «Атамикен Бизнес», Усть-Каменогорск.